У областным центре прошла первая в этом году встреча на Замковой. Героем литературно-мастацкого салона стал один из самых молодых поэтов региона – Александр Паршанков. Ему всего 19, однако уже сейчас юнак рыхтует до выдания свой другий сборник вершов. Александр – студент третьего курса исторического факультета БДУ. Его цікавить исследование рукописных и стародрукованных книг. У скарбонцы досягнення 8 науковых публикаций. Однако учебная деятельность не перешкаджает творчести, наоборот, служит крыницей натхнения. Сейчас говорят о том, что начинается второй серебряный век даже. Причем говорят серьезные литературоведы. Мне кажется, что для молодежи поэзия очень актуальна. Зайдите в социальную сеть, очень многие люди делятся своими стихами. В минулом году Александр Паршанков презентовал дебютный сборник «Верша у жниво». Новое выдание рыхтуется до друку уже сёлета. Там совершенно разные темы, абсолютно. Очень много там затронуто темы, что такое творчество в моем понимании, как вот приходят стихи конкретно у меня и вообще какие-то рассуждения именно о творчестве. А также целый цикл стихов, посвященный Питеру Брейгелю старшему, моему любимому художнику. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.